Чуть более года назад россияне обрели возможность получать электронный лист временной нетрудоспособности. Его давно и прочно окрестили просто больничным. И на привычном бумажном носителе, а в электронном виде этот вариант обретает все большую популярность. Данное новшество вступило в силу и в университетской клинике Казанского федерального университета. Выдача первых электронных больничных в данном медучреждении началось с 2017 года. Однако из-за технических сложностей выдача электронного листа нетрудоспособности осуществлялась в стационаре. Активная выдача электронных больничных началась с 1 апреля 2018 года. Формирование листка нетрудоспособности осуществляется с помощью информационной системы Фонда социального страхования. За апрель, май, июнь текущего года в университетской клинике всего выдано более 4300 листков нетрудоспособности. Из них в электронном виде порядка 131. При этом следует сказать, что темп роста выдачи листков нетрудоспособности в электронном виде с каждым месяцем становится все больше. Компьютеризация уже прочно внедряется в практическое здравоохранение. Электронные листы нетрудоспособности тому подтверждение. Их практичность позволяет пациенту не беспокоиться о том, что лист может быть испорчен. Несомненно, электронные листки нетрудоспособности – это очень удобный инструмент. Во-первых, уменьшается количество бумажного документа оборота. Во-вторых, облегчается взаимодействие между медицинской организацией, работодателем, фондом социального страхования и пациентом. Некоторые работодатели, около 2%, отказываются принимать электронные больничные от своих сотрудников, тем самым нарушая их права. Также иногда возникают трудности при предъявлении пациентам электронного листа нетрудоспособности на оплату в бухгалтерии по месту работы. Не у всех работодателей есть система для проведения оплаты электронных листков нетрудоспособности. Во избежание подобных ситуаций мы прикрепляем к корешку электронных листков нетрудоспособности контактные данные сотрудника, которые могут получить дубликаты. Стоит отметить, что Республика Татарстан стала четвертой в рейтинге по выдаче электронных больничных среди 85 регионов. Преимущество листа нетрудоспособности нового формата в том, что хранится он в защищенной компьютерной системе, а вероятность подделки полностью исключена. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.